Hola, buenas noches. Maralex Travel Vlog снова вместе. И сегодня мы приземлились в славном городе Жирона. Этим городом мы начинаем цикл наших роликов о путешествиях по Каталонии. Начнем с Жироны, и дальше уже будет видно. Погода плюс 27, душно, но уже темно. Сегодня вечером хотели пройтись прогуляться. Не знаю, получится что-нибудь, нет. По-любому должны сходить и покушать. Путешествие начинается. Наш автобус номер 607 должен приехать только в 21 час 30 минут. До Жирона время в пути составляет порядка получаса. Купили билеты. Билет стоит 2,75 на одного до центрального автовокзала Жирона. Оттуда пешочком до отеля. Буэнос Ночес, Жирона. По узким жиронским улочкам наконец-то добрались мы до нашего отеля. Вот такой вот нам выдали номер. Двухкуличный номер оплачен. Марина довольна. Номер оказался намного лучше, чем заказывали. Любезный молодой человек на ресепшн дал билеты на два приветственных коктейля. Самый последний этаж. Время 22:30, а Жирона уже почему-то вся спит. Шкафчики, есть все необходимое. Сейф есть, ящички есть, мини-бар стандартный. Чайник есть, это самое главное, можно будет попить чайку. Огромная ванна, душевая кабина. Беды нет, но есть шикарный унитаз. Ну вот так вот, ребята, добрались. Сейчас расположимся и пойдем на разведку. Кондиционер работает. В общем, все в порядке. Марина вам передает большой и пламенный привет из Жирона. Номер как тебе класс. Здесь? Вообще супер. Мне нравится. Мухаммед? Да. You? И present for you for the best number. Number is very best. Thank you so much. Thank you so much. Gracias. Вышли на улицу. Подарили Мухаммеду матрешку. Ему очень понравилось. Идем на разведку. Хотим найти, где вкусно и недорого покушать.